Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, а вы смотрите первый видео авторынок. Кстати, если вы до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Большое количество интересного и полезного о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это вы можете посмотреть по ссылочкам, которые будут на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Про что нужно помнить», выбирая поддержанный автомобиль, это мега популярный корейский кроссовер. Мы уже рассказывали на канале про второе и третье поколение модели, но вот четвертое пока в наши руки не попадало. И вот сегодня наконец-то на нашем подъемнике Kia Sportage в кузове QL четвертая генерация. Kia Sportage четвертого поколения в кузове QL дебютировал в 2016 году. На конвейере эта машина продержалась по 2022, а освежили рестайлингом ее на рубеже 2018-2019 года. Что касается силовых агрегатов, под капотом этой генерации стояло 4 варианта моторов, но не все из них были доступны в России из машин, которые можно было купить у нас, бензиновые двигатели начинались с отметки 2 литра на 150 лошадей. После рестайлинга появился двигатель 2.4 на 184 лошадиные силы, а также был двухлитровый дизель на 185 лошадиных сил, естественно, с турбиной. Что касается чисто корейской версии, под капотом таких спортажей могли стоять двигатели объемом 1.6 на 177 лошадиных сил и сочетались такие моторы сугубо с роботизированными Коробкой передач на 7 ступеней. Привод у этой модели мог быть как передний, так и полный. А коробки передач механические либо автоматы. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска под капотом атмосферник на 150 лошадиных сил автомат и полный привод. Габаритный размер четвертого поколения Kia Sportage длина 4 метра 48 сантиметров, ширина 1 метр 85, м, высота 1 метр 63 сантиметра, а колесная база этого кроссовера составляет 2 метра 67 сантиметров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у Sportage этого поколения слоя окраса стандартный для большинства современных машин. Разброс показаний толщиномера здесь лежит в диапазоне от 90 до 120-130 см микро. Что касается сопротивляемости кузова спортажа этого поколения к коррозии, то здесь машины держатся большими молодцами. Кузов у этой модели имеет оцинковку, поэтому гнить не торопится даже крупные сколы до металла, но при этом есть нарекания по хромированным деталям экстерьера, таким как, например, отделка дверных ручек, либо молдинги на дверях. В регионах, где в ходу использования антигололедных реагентов, у этих автомобилей часто отмечаются проблемы с облезшими декоративными элементами. Также довольно часто владельцы подобных автомобилей сталкивались с проблемой запотевания передней оптики, которая, кстати, дилерами за гарантийную не признавалась. Хотя существенной проблемой назвать подобный момент язык не повернется. Ну а теперь про силовые установки под капотом четвертого Спартейджа. Самый редкий двигатель здесь, ввиду того, что официально не поставлялся в Россию. Это G4 FJ. Рядная четверка с дом, Ее объем 1,6 литра. Мощность 177 лошадиных сил. Крутящий момент 265 ньютона метров. Этот двигатель имеет непосредственный впрыск топлива. Здесь два верхних распредвала. Есть фазовращатели на впуске и на выпуске, но нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. ГРМ цепной, ресурс цепи, скажем так, далеко не беспредельный. Зато никакой переменной геометрии впуска. Самый обычный впускной коллектор. Ну и маслофорсунки для охлаждения поршней. Правда, поршневой группе G4FG на первых сериях автомобилей это мало помогало. И встречались случаи, когда поршни разрушались вследствие детонации. Кстати, бензин сюда нужно заливать сугубо высокооктановый 95, а лучше 98. Так же, как и на любом турбомоторе, замена масла частая раз в 5000 км пробега. В целом ресурс g 4 fg это около 200-250 тысяч км пробега, если заливать туда кондиционное топливо и вовремя обслуживать. С учетом того, что такой мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, скорее всего от покупки подобных вариантов вы воздержитесь. Кстати, помните, что эта малолитражная рядная турбо-четверка еще и перегрева боится. В некоторых случаях перегрев двигателя приводил к появлению эллипса цилиндров и как следствие огромному расходу масла на угар. Ну а теперь к российским силовым агрегатам. Единственный дизель в гамме двухлитровый 2-литровый D4HA. 185 лошадиных сил и целых 400 ньютонометров крутящего момента. С этим мотором Sportage разгоняется до 100 км в час где-то за 9,5 секунд. При этом отличается небольшим расходом топлива. Этот дизель имеет чугунный блок, 4 цилиндра в ряд, плюс 2 верхних распредвала. Гидрокомпенсаторы здесь есть. Привод ГРМ цепной, причем ресурс цепи не маленький, под 200 тысяч километров пробега. В качестве нагнетателя используется турбина с переменной геометрией, а впрыск топлива – системы Common Rail, производитель Bosch. И первый момент, связанный с надежностью двигателя, это как раз система впрыска, а вернее пьезофорсунки. Они достаточно критично относятся к качеству топлива, как и ТНВД. Были случаи, когда ТНВД, НВД начинал гнать стружку, попутно приговаривая всю систему впрыска. Зато сама турбина крайне надежная, турбокомпрессор здесь выхаживает под 300 плюс тысяч километров пробега. Подводит только датчик давления наддува, да сам шток привода изменения геометрии турбины. Также для D4HA характерны некоторые вопросы по свечам накаливания и по небольшому ресурсу шкива коленчатого вала. Однако в целом при заправке кондиционным дистопливом этот двигатель крайне надежен и способен отработать 300-400 тысяч километров без капремонта. Самый распространенный бензиновый двигатель на дорестайлинговых спортажах это G4NA. Двигатель нового семейства это алюминиевая рядная четверка на 150 лошадей и 190 ньютонометров крутящего момента. У этого мотора самый обычный распределенный впрыск топлива. Цепной привод ГРМ с неплохим ресурсом около 180 тысяч километров. Впускной коллектор переменной геометрии, два верхних распредвала, оба с фазовращателями и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. А с 2017 года в эти двигатели производитель начал устанавливать еще и маслофорсунки для охлаждения поршней, что должно было свести на нет проблему появления задиров. И действительно, задиры на таких модернизированных моторах встречаются куда реже, чем, например, на предшественниках, которые стояли на x 35 либо Спортаже в предыдущем кузове. Однако полностью все же проблему не изжили. Так что при осмотре подобного автомобиля проверять на дымность и проверять поверхность цилиндров на отсутствие задиров все же рекомендовано, поскольку их наличие надежно обеспечит вас расходом масла на угар. Также не забывайте посмотреть мотор на предмет отсутствия течей. Но здесь все стандартно. Прокладка клапанной крышки, лобовина, а также сальник коленчатого вала. Паспортный бензин для таких агрегатов 92. -й. И в целом двигатель показал себя как надежный до пробегов 300 тысяч километров. При нормальном обслуживании и режиме эксплуатации он способен отработать. Ну и последний бензиновый двигатель, официально продаваемый у нас, это мотор положенный рестайлинговым спортейджем. Это G4 KJ 2,4 литра, рядная четверка, которая по своему основному конструктиву в целом повторяет предыдущий 2-литровый агрегат, но при этом не имеет гидрокомпенсаторов зазоры. Здесь должны регулироваться раз в 100 тысяч километров пробега подбором толкателей. ГРМ также цепной, ресурс неплохой, под 200 тысяч километров пробега. Коллектор с переменной геометрией, но плюс, в отличие от двухлитрового мотора, имеются в конструкции балансирные валы. А также иная конструкция фазовращателя. Здесь он имеет приставку электрический. И, кстати, успел послужить поводом для гарантийных обращений по таким моторам в первые годы выпуска машин. Мощности в 184 лошади и крутящего момента в 231 Нм в целом Спортейджу с этим мотором хватает, расход топлива при этом еще не улетает в космос. При нормальном обслуживании подобный силовой агрегат будет способен проехать под 300 тысяч километров пробега, что также очень неплохой ресурс по современным меркам. Что касается коробок передач, наиболее редкая КПП в данном случае это 7-ступенчатый робот D7 UF1. Коробка типа DSG без разрыва потока мощности с двумя сцеплениями эта коробка отличается весьма недешевым ремонтом и, кстати, небольшим ресурсом сцепления в условиях городского вождения порядка 80-90 тысяч километров пробега. Кроме того, у этой КПП двухмассовый маховик, в случае выхода которого из строя на пробегах еще до 50 тысяч, все же регистрировались. В целом, хоть эта коробка и представляется в качестве скорострельного агрегата, который позволяет экономить топливо и при этом резво разгоняться до 100 километров в час с места, рекомендовать ее к покупке все же тяжело. На момент появления на Spartage эта трансмиссия оказалась еще довольно сырой. Механическая КПП на спартейджах носит наименование м 6 cf 4 Это коробка силу того, что она механика, по идее, должна быть надежная, но на некоторых экземплярах отмечались проблемы с подвывающими подшипниками валов коробки, а также с синхронизаторами, причем на пробегах еще до 150 тысяч километров. Поэтому, если вы смотрите Sportage на механической КПП, хотя это достаточно экзотическое предложение на рынке на тест-драйве, обратите внимание на отсутствие посторонних шумов при работе КПП и легкость включения передач. Что касается автоматических коробок, базовой КПП для бензиновых двухлитровых вариантов была а 6 мф 1 Это классический автомат 6 с хорошим ресурсом около 280-300 тысяч километров пробега. Коробка держит до 235 ньютонометров крутящего момента, но требовательно к частоте рабочей жидкости. Менять масло на таких КПП нужно раз в 50 тысяч километров. Грязное масло быстро приводит к засорению каналов гидроблока и, как следствие, к необходимости коробку обслуживать. Также именно с особенностями конструкции коробки этой серии связана проблема у спортажей предыдущей генерации, в том числе с полным приводом, когда вследствие появления коррозии банально слизывала шлицы дифференциала. Избежать этого поможет профилактика в виде обновления смазки. Также у этих трансмиссий пластиковый поддон, который можно случайно перетянуть до появления трещин, если переусердствовать в деле устранения его течей. Дизельная коробка на дорестайлинге также шестиступенчатый автомат носит маркировку А6LF2, и она усилена относительно бензиновой версии. Она уже держит до 400 Нм крутящего момента на рестайлинговых же дизелях появилась новая восьмиступенчатая КПП А8 ЛФ2. Порог крутящего момента, который эта коробка способна вынести, возрос до 450 ньютонометров. Но на первых партиях автомобилей были нарекания в плане работы самой коробки. Именно по переключению передач. И это исправлялось с дилерами после обновления прошивки по механической части в целом к восьмиступке пока вопросов очень немного. Единичные случаи замены по гарантии гидротрансформатора здесь большой погоды не делают. Интервалы замены масла рекомендованы в районе 60 тысяч километров. Ну а ресурс этой коробки по прогнозам должен составить не менее 250 тысяч километров пробега. Причиной появления стука зачастую оказывается демпфер моторчика электроусилителя до 2016 года, до конца, встречалась также проблема с ускоренным износом тормозных колодок и передних тормозных дисков. Впоследствии этот аспект производитель преодолел. Ну а проверку исправности полного привода на Sportage лучше всего начать, просто попытавшись повернуть кардан. Если кардан у вас будет вращаться на стоячем автомобиле, соответственно, шлицов у вас уже в дифференциале нет. Что касается задней подвески четвертого Sportage, здесь многорычашка на Трех поперечных и одном большом продольном рычаге на каждой стороне. По части ресурса эта подвеска достаточно крепкая, никаких замен на пробегах ранее 120-130 тысяч километров здесь точно не будет. Да, и впоследствии это будут лишь штучные сайдинг-блоки. Топливный бак у этого Спортейжа 62 литра объема и выполнен из металла. Так что на возрастных автомобилях лучше будет проверить его на отсутствие следов коррозии. А вот заливная горловина здесь резиновая. Общий вывод по четвертому поколению Sportage будет следующий. Этот автомобиль получил более современную внешность и гораздо более интересный салон. Сохранил хорошие потребительские качества с точки зрения умеренного расхода топлива, проходимости и Классического набора агрегатов. Это касается атмосферных моторов и классических автоматических КПП. Агрегаты надежные, а с поправкой на то, что автомобили еще довольно свежие и шанс найти неумотанный экземпляр с небольшим пробегом вполне реален, эту машину можно рассматривать как вариант для покупки. Если у вас был или есть такой спортыч, на котором вы уже накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые смотрят себе такую машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор был полезен, понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!